В декабре 1986 года я попал в 70-ю мотострелковую бригаду, 1-й батальон, командир взвода управления 1-й минометной батареи. Если я в училище занимался только именно своим профессиональным делом, как артиллерией, то здесь мне пришлось освоить это и оказание медицинской помощи первой, и горно-альпийское дело. Вот. И, соответственно, стрелял из всех видов оружия, которая стояла на вооружении наших войск и войск НАТО, также бандформирований. В 1987 году у нас произошел такой случай. У нас каждый командир орудия, солдаты, сержанты имели несколько военных специальностей. Вот. У нас имелись нештатные саперы, у нас имелись нештатные санинструкторы, были даже нештатные водители. И благодаря этому, после того, когда ГАЗ-66 подлетел на фугасе большой мощности, и водитель был эвакуирован вертолетом Министерства обороны, нештатный водитель восстановил данную единицу техники и вывез вместе весь личный состав моего взвода управления. Армия – это один за всех, все за одного. Здесь или я надеюсь на человека, или я не надеюсь на человека. Поэтому, пройдя эту школу, человек становится человеком. Просто-напросто. Вы понимаете, что? Там же разный контингент был. Были у нас и Санкт-Петербурга, которые битлы любили, которые панками были. Были люберцы, которые качались, как Шварценеггер. Вот. Но в боевых действиях вот вся эта шелуха слетает, остается чисто человеческое зерно. И человек проявляет свои самые лучшие качества. Холодно? Холодно. Есть уже? Нет. Ну хорошо, когда тепло и кушать есть, то кормят, нет? И Гасану не кормит, сам смотри, худой такой. Куда деваешься продукт? Солдат. Солдат, молодец. Это жизненный опыт, который мне пришлось применять и в моей жизни. Я увидел то вооружение и ту технику, которая у нас почти 20 лет находилась на вооружении. Понимаете, мне пришлось столкнуться с тем, что я молодой лейтенант, который не имел опыта руководства подразделения. И мне пришлось общаться с дембелями, которые, скажем так, говорили: товарищ лейтенант, мы здесь 2 года, а вы только пришли. И мне за счет физической подготовки приходилось у них добиваться авторитета своего, что я немножко знаю больше, чем они. То ли это молодость зовет, и тот друг, что не дошел до дома, и стрекочет по ночам пулемет. Прописался он в подгорке надолго. Я вышел в 15 августа 1988 года. Это второй этап вывода войск с Афганистана, когда мы
совершили марш в составе 70-й мотострелковой бригады. Это Кандагар, Шендант, Кушка. Родина-мать, тепло и сердечно встречая вас, своих дорогих сыновей, склоняет голову перед памятью павших, скорбит вместе с их близкими и родными друзьями. Родина гордится вами. Родина благодарит вас. Не забыть нам Афган, Чирикар, Файзабад и Хост. Не забыть Кандагар, ох, до смертушки, да по ГОСТу. Не забыть, но и не вернуть этих лет, опаленных зноем. Остается лишь помянуть третьим тостом погибших стоя.